История Ван Ху, или «Царство в глубине земли». 28 февраля 2003 года на шахте, расположенной близ города Цзи-Си, провинции Хэйлуцзян, произошло обрушение породы. Хозяин шахты первоначально отрицал сам факт катастрофы, но после того, как родственники шахтеров обратились к властям, вынужден был признать, что 14 горняков пропали без вести. Спасательные работы позволили отыскать тела лишь 12 человек. Двое, Ван Ху и Лао Пен, так и остались за стеной обрушенной породы, разбирать которую было слишком опасно. Шахту закрыли, хозяина приговорили к длительному сроку лишения свободы, семьям погибших и без вести пропавших назначили соответствующее всепомоществование. 5 лет спустя Ван Ху вернулся, однако, домой. Горняка никто не ждал. За это время изменилось многое. Жена его, считая себя вдовой, вышла замуж. Старшие дети разъехались. Ван Ху принял случившееся, однако, стоически. Купил новый дом и стал жить, занимаясь огородничеством. Однако, спустя непродолжительное время, им заинтересовались правоохранительные органы. Получалось, что родные получали компенсацию за его гибель на шахте незаконно. Возник вопрос, почему Ван Ху не дал о себе знать раньше. Ван Ху заявил, что готов полностью компенсировать произведенные выплаты, а все эти годы он жил среди могучих, внимание, ктонов, населяющих глубины земли. Подобное заявление озадачило представителей власти. Решением специальной комиссии Ван Ху был направлен на обследование, сами понимаете, в какой госпиталь. Врачи, однако, пришли к выводу, что Ван Ху совершенно здоров душой и телом, а его рассказ о проведенных годах не более чем фантазия здравого ума. Выкрутились, как говорится. Однако медики, так называемые, не могли объяснить ни то, где на самом деле пребывал горняк, что, собственно, и не входило в круг их задач, сами понимаете, ни почему у горняка не было ни малейших признаков антракоза. Это так называемое заболевание легких, характерное для горняков, характеризуются неуклонным прогрессированием, и случаев излечения практически не наблюдается. 5 лет назад у Ван Ху была начальная стадия, кстати, антракоза, и вскоре он должен был расстаться с профессией, если хотел прожить остаток своей жизни неполным инвалидом. Но у вернувшегося Ван Ху не было ни следа легочной патологии. Более того, у него оказалось 32 зуба, хотя 5 лет назад их оставалось всего 25. Организм Ван Ху по всем параметрам соответствовал возрасту 26-28 лет. Но на самом деле ему исполнилось уже ведь 39. Компетентные органы начали тщательное расследование. Оказалось, что на банковском счету Ван Ху было около 40 тысяч юаней, принятых наличными в апреле 2008 года, за 2 недели до возвращения горняка домой. Негласный обыск показал, что Ван Ху имел еще более 10 тысяч юаней наличными и, что особенно настораживало, необработанных изумрудов на сумму более 300 тысяч юаней.
Естественно, у компетентных органов возникло предположение, что Ван Ху вовсе не Ван Ху, а засланный агент иностранной державы. Главным возражением было, но не поверите, то, что агенту иностранной державы в Цзи-Си делать было вроде бы нечего. Да и вообще, времена традиционных шпионов-резидентов уходят в прошлое. Миллионы китайцев ежегодно выезжают за границу и возвращаются назад. Потому соперничающие спецслужбы имеют возможность набирать агентуру менее экзотическим способом, без погружения и аварий в шахтах. Подземелье. Выяснилось также, что деньги Ван Ху получил в результате продажи необработанных изумрудов ювелиру в Шанхае. Собственно, об этом рассказал сам Горняк. Спецслужбы лишь проверили правдивость его показаний. На вопрос, где он их взял, Ван Ху отвечал, что добыл их во время пребывания у могучих ктонов. Пришлось спецслужбам изучать историю, рассказанную, а потом и собственноручно записанную Ван Ху. Она сводилась к следующему. В результате катастрофы Ван Ху и Лао Пен оказались отрезаны от поверхности. Около 3 суток они ждали помощи, но не слышали никаких признаков спасательных работ. В это время они и не велись, поскольку хозяин шахты пытался замять дело, страдая от недостатка пищи, воды же было в достатке. Они решили исследовать старинные ходы, ведущие в глубину разработок. Один из этих ходов, пользовавшийся дурной славой, привел их к горизонту работы, на котором уже более 30 лет не велись из-за истощения угольного пласта. Пройдя по нему, они нашли еще один ход, но вел он не на поверхность, а в глубину. На всякий случай они решили исследовать и его. И там, в глубине, на них напали странные люди – ктоны. Несмотря на то, что самый высокий ктон едва доходил Ван Ху до пояса, рост горняка 1,62 м, сами понимаете, не из самых высоких людей. Оба горняка были повержены и пленены, зато их накормили досыта и повели дальше вниз, в царство ктонов. Друзья, коротышки вам никого не напоминают? Ну, как глубоко они спустились, можно было только предполагать. Ван Ху считает, что глубина составляет около 15 километров. Вопреки господствующим в геологии теориям, температура на этой глубине была сносной, а воздух – чистым. Там в глубине существует система полостей в виде линз, связанных между собой ходами. Линзы эти до 3000 шагов в поперечнике и более 300 метров в высоту. Своды полостей днем излучают слабое оранжевое свечение, возможно, индуцируемое потоком особой солнечной энергии, проникающей в толщу земной коры, привыкнув к которому, можно прекрасно ориентироваться и даже читать. В этих огромных пещерах располагаются селения ктонов подземного народа. В одной пещере живет до 1000 человек, а то, что ктоны относились к человеческому виду, Ван Ху не сомневается. Среди ктонов он вместе с Лао Пеном провел 5 лет. Язык ктонов не походит на китайский, однако прост
в изучении, и вскоре пленники вполне могли объясняться с окружающими. Сразу выяснилось, что их вовсе не считали пленниками. Ктоны полагают, что жизнь на поверхности есть великое несчастье, и потому приняли Ван Ху и его товарища за беглецов, ищущих проход в лучший мир. И действительно, ктоны не знали ни голода, ни болезни. Питались они плесенью в изобилии, произрастающей в пещерах. Плесень обладает своеобразным, не лишенным приятности вкусом и чрезвычайно полезна. И он, и Лао Пен очень быстро почувствовали прилив умственных и физических сил. У обоих произошла смена зубов. Дело для ктонов обычное. Зубы у подземного народа меняются каждые 20-25 лет на протяжении всей жизни, которые редко бывают короче, заметьте, друзья, 200 лет, а вот длиннее и много длиннее часто. Ктоны прекрасно сложены. Физически средний ктон не слабее среднего мужчины поверхности. Из разных видов плесени ктоны изготавливают ткань и прочую бумагу, на которой пишут. Знают ктоны и металлургию, однако железом пользуются редко. У них больше в ходу бронза, серебро и золото. Ктоны не признают роскоши и обходятся минимум вещей, с которыми обращаются весьма бережно и аккуратно. Ван Ху и Лао Пен жили полноправной жизнью, обзавелись женами, а затем и потомством. Но Ван Ху затосковал по солнцу. Ктоны неназойливо отговаривали его от возвращения на поверхность, но удерживать не стали. Проводники-добровольцы довели его до одной из великих китайских пещер, где находится власт, связывающий царство ктонов. Царство в буквальном смысле строю ктонов монархически, с поверхностью. Это лишь часть повествования Ван Ху. Горняка, вы, наверное, догадались, объявили сумасшедшим, однако заключили не в провинциальную лечебницу, а поместили, заметьте, друзья, на военную базу, что само по себе совершенно необычно и заставляет предположить, китайские власти отнеслись к рассказу Ван Ху гораздо более серьезно, чем заслуживают фантазии такого вот здорового небыта разума, в кавычках, конечно. Вот такая история, друзья. Можете ее, так сказать, найти в интернете и сами вчитаться. Может, здесь есть более детальные и подробные описания, но, в принципе, этого, как мы считаем, достаточно. Заметьте, что случаи посещения подземных миров встречаются не только вот в это вот наше ближе к нам время, но и давно, но такие часто упоминаются в всевозможных летописях. Побывал один монах, русский, где-то на севере, в подземном царстве. Потом одна армянка, которая в Турции, когда младотурки преследовали армян, укрылась в одном из подземелий. И тоже и там, и тут встречались с некими народами подземными, которые очень хорошо отнеслись и к монаху, и к этой армянке. Впрочем, как они... Впрочем, эти описания ищите сами, друзья. И это не только вот единственное, что мы можем привести. Есть еще множество других. В общем, удачи. И вам решать, сколько тут правды, а сколько вымысла. Мы же считаем, что доля правды во всем этом есть. Ну, как и в сказках, и мифах, и легендах всех народов.